Шарик радостный тоже. Ты не бойся, слон. С двух сторон. Добрый день, Александр, с миром. Ну ладно, и это подойдет. Миром, знаете, добрый день. Давай, за стол сразу. Я вам помогу. Давайте, давайте, тащите туда вещи, берите там. Подожди, подожди, подожди. Живешь, здорово. Да, 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 да. Не бойся. Ну, у нас мама в больнице. Кем-то ты старше. Я старше. Молодец, старше. Кирилл. Вообще взрослый. Не плачь, Соня. Добрая. Нет, я. И тяжелая. Не беби. Не считаешь, а ну остановись. Пойдем? Ну, давай. Возьмем знакомиться. Пойдем. Ты вот это вот закручивай, иначе ты потеряешь. Привет, Володя. С миром. Мир тебе тоже. Дай по нету. Эк! Это не хотел вообще. Смотри. Нестор. Что там делает? Не знаю, что-то истерику какую-то закатило. Ну ладно, гони, вот я их больше снимаю. Они твои. Где твои сапоги? А чтобы потом по всему лагерю я не искала, где эти монашки. Да ладно вам, вот твои вещи, твои сапоги, забирай. Не сюда забирать. Знаете, вот маленько, вот. Вот какой гадрик. Ирине тоже надо достать. Ты же его домой не поведешь. Или завези к Ирине. А? Рыбу в морозильник бери, смотри, два пакета. Ладно. Сейчас давай приглашать их будет. Еще одну. Ну, сторон. Ну давай, Володя, все, заканчивай.